Не думал, что снова увижу ее. Друзья, вы мне так и не рассказали все, сколько я не просил. Уже можно. Куда он теперь денется? Во время взрыва в реакторе погиб человек. Его душа дала разум зоне. При перемещении Паши обратно во времени это что-то в него проникло. Что это? Один прибор моего изобретения. Мы не переместились во времени, это все по-настоящему. Прямо здесь и сейчас происходят съемки полнометражного фильма «Чернобыль. Зона отчуждения». И вы даже представить себе не можете, насколько это будет круто. Нам нужно попробовать. А вы что? Спасти Пашу! Что это было? Простите. Ребят, вы видите, он опасен.